Богом. Мы находимся на площади Спартака в Барнауле. Вот у нас магазин Мариера. Памятник вот этот стоит. Что там? Через эти закопченные, собственно, улицы Барнаульские, ну завод же коптильный днем и ночью, и улицы-то самые обыкновенные, они фантастические. Не снимайте, пожалуйста, и вот сюда приводят. Снимайте, ну вот нормальный человек, что должен не снимайте, хорошо? Когда а можно попросить есть... раздать Евангелие всех? Нет, нельзя. У нас много, идет... Ну нельзя отрывать, идет экскурсия. Не надо снимать, друзья мои. Минут. Когда крест здесь, как попал доносить. Правильный крест, слот, накрыт, вот, доносить. Ой, просто здесь вышел.
В Англии все ворота такие, ладно. Жизнь Иисуса Христа. Вот это заповедь, как раз это жизнь вечно. Пока не сверху. Радостная, благовая, благая весть. Я люблю общаться с людьми, а с Богом. Перед Богом ответ держать. Да. За все грехи. Да. Пойдешь в ад. Если я того стою, то да, пойду. Нет. Знаешь, как? Да. Да. Не кричите. Ты же говоришь, не получается. Получается. Так я пока еще не задумался. Ну, а ты веришь, что Христос умер за твои грехи? Нужно в это поверить. Он исполнил тебя. Он на кресте вместо тебя. Ой, пошел, а? Что возьмите, поменяйте. Да. Защищаться от тела. Пока сейчас какая церковь? В соборе. Куда ты заходишь, и у тебя деньги просят. А что плохого? Ну, деньги просят. Ну не давай, если ты не веришь, что они живы. Попрошай. Но церковь просит деньги, ты не... Да это не церковь, просто они на... Почему нас снимают вот сейчас, когда я вот против этого? Ну ты зачем такие вопросы задаешь, что они церковь? Вот нас сейчас снимают, и вот против этого. Вот вы уберите камеру. Ты какой имеешь право запрещать снимать? Он не тебя снимает, меня снимает. Моя камера. А зачем? А что, ты не перед Богом, там мы все встанем, все явимся. А что мы к матери делаем? Будем деньги делать. Ну хоть. Мне вот доброго. Я читаю. Это же юбилей.
сначала закрыл. Я не хочу никакой. А вы какая конфессия? Да. Я не хочу никаким конфессиям относиться. Мы не конфессия. Я вам просто скажу, у меня в жизни произошли такие сложности. Мне пришлось покаяться за какие-то камни, все сложности ушли. И у меня начались настоящие живые отношения с Иисусом Христом. Я желаю, чтобы это было у каждого человека. Я не хочу, чтобы они относились. Я православный, я протестант, ты такой, ты плохой. Я хочу, чтобы любили Бога нашего. Христос сказал тебе за рамки спасения, правильно? В Ветхом Завете сказал, не ешьте плода дерева. Познай добра и зла. Ну мы уже как бы все вкусили плод зла. Нам все вкусили. Да. Поэтому пришел Христос. Христос. Я не знаю. То есть вы считаете, что просто верить во Христа достаточно? Нет, конечно. Написано, кто будет есть мою плоть, мою кровь, имеет жизнь вечную. Да. Имеет себя во мне. То есть вы... Это мы идем, чтобы чистить тело и крови Христа. У нас есть домашняя церковь. Мы там реально у вас в кровь, и вино превращается в кровь. Конечно. Тело, это очень серьезно. А кто вас возглавляет это все? Ну, у нас нет, мы как бы просто молодые все такие же. Все пришли как бы с мира. И вот я, еще пару друзей, тоже поверили в Бога через какие-то сложности. И стали стараться более изучать Святое Писание. Стали как-то людей призывать к этому. Ну, не в церкви какой-то, а просто к Богу. Мы не говорим, придите в церковь православную, христианскую. Мы говорим, чтобы они пришли к Иисусу Христу. Чтобы они имели вот это общение с ним живое. Когда Христос пришел на землю, он сказал, спасение от иудеев. Апостол Павел говорит, спасение от иудеев. Ну, то да. Есть не призывал туда, а сказал, что? Храм был разрушен, да. А то есть вы хотите сказать, если человек не православный, он не имеет спасения? Нет, есть в мире 5 коренных церквей, которые сохранились на апостолы. Это православная, католическая, реформистская церковь. Я сохранил священство и епископаты в середине времени. А остальное это не церковь, это просто собрание людей, так сказать, верующих. Но это не церковь, у них нема ни толкования Писания священного, ни нема священства. Как они где-то спаслись? Будущее за кораблю спасения. Вот церковь это корабль, то есть мы в ковчег. Церковь это образ нового ковчега. Церковь как слово переводится? Церковь переводится собрание. Во имя собрание. Церковь, да. Церковь это обычное слово. Есть люди, церковь. Церковь сатаны есть, сами знаете. Церковь вон. Люди ради чего угодно собираются. Есть одно различие. Собраны Духом Святым. Собраны. Вот. Не да. Собрались, а собраны. И Господь установил, что Матфея 16:18 и врата ада не одолеют ее. Петру, помните, он говорит, все камни создам церковь мою. И Деяния 2:47, он говорит, прилагал спасаемых церкви. Церковь Христова, одна церковь. И Христос, и церковь, она едина, нераздельна. Так, чтобы человек, люди собрались, 5 человек, и сказали, а мы церковь, это не церковь. Церковь то, что организовал Христос, с первого века начиная. Так, может, это и организовал Христос. Смотрите, церкви а есть... как иметь свидетельство такое? Как именно понять, что это Христос собрал? Да, скажите, есть свидетельство, есть учение церкви. Можно начитаться, Библию, смотрите, понять, есть учение церкви о церкви. Как, что в понятие входит в церковь? Это епископ, пресвитер, диакон. Три служителя, которые входят, и от которых происходит таинство. Первое – это рукоположение, которое передается от апостольских времен. Апостол Андрей рукоположил здесь среди русского народа одних, там других и так далее. Пошло до нашего времени. Я понял, о чем вы говорите. Если этой связи нету, она прервана, значит, там нету церкви. Это ошибка очень большая. Большая ошибка. Запомните мои слова, это очень большая ошибка. Именно тех, ошибка тех людей, которые это, у которых этого нету. Да. Да. Нет. Это вот вы думаете, что если через... Почему думаю? Я вам на основании Слова Божия говорю. Да, мы не выдумываем, все по Библии. То есть вы считаете меня сейчас, то есть я против Слова Божия иду. Да. Я говорю, вы находитесь вне церкви, вне церкви. Вы, смотрите, Никита, держи, пожалуйста. Какую церковь вы мне предлагаете прилепить? Это уже сами вы выбираете. Нет, не предлагайте церковь вообще. Одна. Церковь одна. Считайте правильно, каким было бы выбор сделать. Я свой выбор сделал на православие. Это мой выбор. Я сам 26 лет уверовал в Господа Иисуса Христа. 15 августа 2005 года я встал на колени перед Христом и покаял свои грехи, находясь в православной церкви. Я от братьев слышал, они ходили к благовествию, я познакомился, начал ходить на занятия, послушать Слово Божие. Но слышать Слово Божие не просто, что я так думаю, и оно толкуется, а как истолковали святые отцы, которым дано Духом Святым. Это 1 Коринфянам 12 глава написано. Господь поставил апостолов в церкви.
апостолов, пророками и учителями. Учителя, где вот? Они начинаются, учителя с первого века. Игнатий Богоносец там. Ириний Леонский. Игнатий Богоносец – это тот ребенок, которого Христа держал на руках. Он был епископом. Когда Христос начал в вашей жизни действовать? После покаяния? В моей жизни он уже начал с первой минуты, как я... Не, ну это понятно, да. Вообще именно Дух Святой. Потому что есть, смотрите, давайте я вам объясню. Есть три вида благодати. Призывающая, потому что написано «вера от слышания, от слышания от Слова Божия». То есть человек должен услышать Слово Божие. Вторая вид, когда человек признает Христа истинным спасителем, умерший за его грехи. Это вторая это часть. А есть еще третья, освящающая. Когда человек входит в церковь, и в церкви его во время крещения он получает прощение грехов. Именно через таинство крещения. Когда священник произносит во имя Отца и Сына, Святого Духа, произносит вот эту молитву, именно эту власть дана ему именно от другого, от епископа другого епископа. По описанию вот все. Смотрите, Деяния 2.38. Давайте я вам прочитаю. Вы не сильно торопитесь? Ну, вообще уже пропустил автобус. Ну, давайте ради общения с вами. Просто последнее время я стараюсь с Богом, поэтому я хочу писать. Нет, мы сейчас грехов, по описанию. Подожди, брат. Получение грехов где человек получает? Где получает прощение грехов? Да. Как вы сказали, на колени момент перед какой? Христом. Какой момент? На колени перед Христом. Да, это вы так считаете? Да. Давайте, я вам по Писанию покажу, что это не так. Давайте, Господи, благослови. Я православный. Так, Деяния 2.38 мы открываем. Это вот книга, видите, Библия. Библия, книга Священного Писания, Ветхого Нового Завета. Чтобы вы не сомневались. Деяния 38. 2.38. Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». То есть Петр здесь говорит: «Покайтесь», то есть человек кается перед кем? Перед Христом. И дальше: «И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Не в покаянии. Крещение Духом Святым, это происходит же не обязательно, что когда ты пошел водой креститься. Но это нужно делать, я понимаю, что смотрите, нужно креститься смотрите водой. Смотрите, Духом Святым. И получите дар Святого Духа. Когда Дух да, Святой когда, сходит? Когда крестишься. Когда получение прощения грехов происходит. Да, и Дух Святой, смотрите. 22.16. Смотрите, Деяние 22.16. Этот момент вы должны знать, потому что они очень известны. Когда апостол Савва в то время был ослеплен Господом, и он сидел, говорят, 3 дня, и 3 ночи он постился и молился. Вот, и к нему пришел Анания. 22.16, Деяния 22.16. Это Павел, да? Да, Павел. Савла, он потом Павел стал, а сейчас пока он и Савла еще. И вот он пишет, говорит ему: «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». То есть опять второй раз доказать в Священном Писании, что прощение грехов происходит именно после крещения, в крещении происходит. Ну, то есть какой-то обряд спасения наше получается. Если я... И вот это таинство в церкви есть. Сделаю обряд, то есть я не имею спасения. Да, потому что у вас нет прощения грехов. Происходит через рукоположенного священника. Простил меня. Как он вас вложит простить? Когда он установил в церкви определенный порядок. Я же вам сказал. 2 Петра 3.21. Дух Святой пришел ко мне, когда я попросил у него прощения. Я без людей это сделал. Попросил у него прощения. Он начал со мной общаться, живое смотрите, общение. Смотрите, покайтесь. Вы же покаялись. Конечно. Как вы говорите, Дух Святой я получил. Когда Дух Святой, пускай вы даже получили. Это понятно. Дух, где хочет, там и дышит. Это как Богу угодно. Но прощение Бога происходит в крещении. А он по Слову Божьему показал. Два места Писания. У первого, 2 Петра, да? Говоришь? Да. 1 Петра. 2 Петра. Там сказано, что... Крещение Духом Святым не обязательно после воды. Ну, я вам сейчас места Писания говорю, я же не свои слова вам говорю. Ну, а я по своему свидетельству жизненному, по живому свидетельству. А как нас Бог... Можно говорю, начитаться нет, смотрите, много как понять. Смотрите, как нас Бог будет судить? Мне всегда люди, после того, когда я покаялся, у меня страшные вещи стали происходить. Начали подходить ко мне упорно иеговисты, адвентисты, баптисты, и все начали тянуть к себе. И все я вас никуда не тяну. Нет, я понимаю вас. И все начинают говорить, я вам по Писанию, я вам по Писанию. А вы сравниваете по Писанию. С Духом Иисуса надо... Ну как, это обман получается? Нет. Бог нас как будет судить? Вы мне ответьте на этот вопрос. Главный вопрос. По благодати будет нас судить. Если... Как по благодати? По слову если... Божьему. Ну понятно. Там даже где-то в слове, не помню где, написано, что не я уже буду судить вас, но слово мое будет судить Иоанна, вас. Евангелие от Иоанна 12.48. Вот Господь прямо говорит: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорю, оно будет судить его в последний день». Слово Божие говорит, что надо быть в церкви. Господь организовал церковь, и эта церковь
именно собран Духом Святым. Не просто пять людей собрались, могут и под забором алкаши собраться и выпивать. Сейчас мы тоже собрались. А именно Духом Святым Господь собирает именно потом. И три вида благодати: призывающие, обращающие и освящающие. У вас нету таинств, а они спасительные. Это исповедь должна быть. Исповедь. Есть, да. Исповедь. Все исповедь. Есть. Должно все, быть самое главное, исповедь. Рукоположение священника, которого у вас нету. Они происходят от первого века. А что вы скажете про иконы мне тогда? Про иконы? Да. Ладно. Как вы к ним относитесь? Раньше, когда был православный... Нет, подождите, давайте до конца. Вы с этим согласились, что нужно рукоположение, или не согласились? Нет, не соглашаюсь. Где места Писания приведите? Я не знаю, я не помню места Писания. Я плохо знаю Библию. Я по своему свидетельству жизни вам рассказал. А Бог нас не по своему свидетельству, Он будет судить нас по слову своему. Говорит, исследуйте Писание, вы думаете, через них иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют обо мне. Иоанна 5:39. Нужно исследовать Писание. Да, исследовать. И вы когда будете исследовать искренне, вот, например, апостол Павел писал, Титу 1:5, он пишет, что для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказываю. Слово Божие говорит, что послание к Тимофею, апостол Павел, что пишет, говорит, что должен быть епископ, пресвитер, диакон. Если этого нет, то это нет церкви. Потому что это жизнь церкви, она об этом свидетельствует. Нет церкви. Есть Вселенские соборы, вы их вообще не знаете. Нет, конечно, не знаю. А там, кроме евангельских заповедей, там даются правила какие? На основании Слова Божьего. Как что должно происходить в жизни христианина. Есть разные, которые запрещают что-то либо делать. Как я могу пойти в православную церковь, когда меня мучили бесы в прошлой жизни? Ну, до покаяния. Я вам расскажу до конца, пожалуйста. Давай, перебили меня. Давай. Меня мучили очень сильно бесы. У меня очень духовная жизнь была. Я все понимал. Я был как бы верующий и неверующий. Понимал, что все есть. Меня это сильно мучило. Я ходил к батюшкам. Мне ничего не сказали. Мне сказали, купи книжку, тебе все поможет. Я купил молитвослов, и меня отправили домой. Мне ничего, ни по слову не объяснили, ничего не объяснили. Я пришел, читал, мне ничего не помогло. Я думал, ладно, смирюсь, пускай меня это все мучает до смерти. Уже и слезы были, и чего только не было. Пока я не встал на колени, не стал, Господи, прости меня. Будь ты моим спасителем, я принимаю тебя. И начал бороться со грехами своими. Начал Господь помогать. Какие-то плохие места во мне убирал. Грехи сильные. Потом я начал следовать.